Итак, началась война. Это игра «Война свиней». Возникла угроза атак с суши, врываемся моря, резко. Воздуха. Армия обеспечивается всем необходимым. Ведь солдаты должны хорошо питаться. В тылу налажен выпуск бомб, снарядов для танков и атомных бомб. Помните, война — это не увеселительная прогулка, это тяжкий труд. Сражение на поле боя — здесь не место трусам. Надеюсь, мы еще встретимся ближе к Рождеству. На кухонном столе. А, да, хорюшки-воины у нас тут. Угу. Прекрасная игрулечка. А, нет, не медаль за отвагу. А вот, в общем-то, эта игра просто мое детство она украсила. Ну, как-то скорее подростковый возраст уже. Вот. Тогда это был прям прорыв. 3D-карта, а войнушки. Это просто невероятно. Итак, конечно же, начинаем. Я буду играть за Пигги и Стройку. Смотрите, какие у них модные костюмчики. А, вот сейчас посмотришь, Мишаня. Посмотришь. А как называться? Как называться? Л, конечно же, как еще называться? Оп, Л. Надеюсь, можно такое короткое имя себе? Есть, можно. Итак, можем что сделать? А, да, здесь еще классная система. Жестки, пески, доски, хуски, маски, сноуски, моу, римские. Опа, вот так вот. Сейчас мы всем наваляем. И что я должна? Все, ладно, у нас нет ничего, ни денег, ни... Ну. У тебя даже есть первая сунька. Класс. У меня она тоже была, но сейчас она в разобранном виде где-то лежит. Страдает. Итак, начало миссии, конечно же. Блин, начать тренировку? А нет, я хочу сразу в бой. Жестко сразу начинаем. Какая нафиг тренировка? Разберемся по ходу. Хослет. Серый флажок, мы должны захватить что тут. Штаб-квартира, секретно, мы доверили вам взвод хряков, принимающих участие в захвате Хослета. У каждого из солдат есть винтовка, граната и штык. Увидим, на что вы способны. Майор Гримли. Воды. Каждую свинью другого цвета уничтожать. Каждую свинью другого цвета уничтожать. Надо не забыть. Ладно. Миссия 01. Вас новой войны. Извините. А, вошла в роль. Так. Хорошо. Так, хрюк. А я кто? А, жесткий. О, это да, это я жесткий. Так, и что я могу? Так, стоп. Прыжочек. Вот так я могу, смотрите. Винтовочка. А как целится? Вау! Шницеля сейчас мы замолотим. Смотрите, целимся ему прямо в шнапцель. Ой, ёшкин кот, какой прицел прекрасный. Ой, не убили. Да ты богат. 2PS1. Они обречены. Меня тоже подстри... Будь готов, Эл, говорят мне. А, я всеми играю. Блин, а кто... Мне это сердечко нужно. Так, сейчас мы вот этого загасим до конца. Ща мы его. Ёшкин кот, как я выбирала эти. А, вот, смотрите, сейчас кинем гранату. Ой, а как ее кидать? Страшно. А, вот так. А, вот, направляем. Да. Возьми гранату, блин. А чё если со штыком подойти прям впритык к нему? А ну иди сюда. Ща я тебе, блин, не буду мелочиться. Шо, прячешься? Давай! Нужно сломить тебя. Противник отвечает. Ту-т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 у. Хэрдрай.
Ох, Гердра там что-то затеял, короче. Да, это да, это прям вот. Ой, да. Ладно. Эх, легкой кровью отделались. Ну, короче, все. Я сейчас стреляю из винтовочки и трындец хрюку. А, давай, хрюк. Шо? Так, нет, наверное, не надо все-таки нам становиться вот так вот, чтобы они все у нас кучку были. Это будет немножко для врага очень. Они немножко очень удобно. Так, давай. По-хорошему надо другую позиционочку занять. Куда-нибудь за деревья спрятаться. Да ё-моё, не убирай ты ее. Я знаю, что я не те кнопки жму. Но не убирай, ты же знаешь, что я хочу. Прямо в репу, прямо в репу. А, ладно, давай в ту штушку. Огонь! Комбат, батяня, батяня, комбат! Вот и молодец, победа уже не за горами. Первый хряк побежден. Победная музыка играет, мы полны решительности. А, это враг. А я думаю, что он сам ходит. Умри же. Ты у нас умрешь тут. Лузер. Ай, блин. Ладно. Ладно. Я запомнила тебя. Блин, надо, конечно, как-то встать, чтобы он не мог до меня достать. А ну-ка, давай прыгай. Ты можешь прыгать, я знаю. Не, не можешь. А я смогу отсюда попасть из винтовочки? А ну-ка. Гранату я не кину, это я точно знаю. И... Оп, оп. О, могу, в принципе. Давай, попробуем. Поправку на ветер, конечно, надо еще сделать. Эй, ёшкин кот, шо ж ты так дрожишь? Хе-хе-хе. Мне страшно, походу. Зачем моему персонажу... Короче, ладно. Давай, гранату. Как ее кинуть? Да куда ты прыгаешь? Давай жестко кидай. Я поступаю правильно. Бульк. А. А, шницель, пиццель, ай, люлю. О, это сейчас будет попадание. Нет? Да. Шо? Шо говоришь? Так, а ты чё хромаешь, дружище? Ой, это чё? А, они ботинки оставляют, да, кстати, забавно. После себя. Стоп! Я должна забрать это... А, би. Ёшкин кот. Ошибка, и я тебя прикончу. Что вы сказали? Just say the word, daddy-o. Утонул один мой персонаж. Ладно. Я иду в жесткое нападение, короче. Так, это кто у меня? Это жесткий? Нет, это не жесткий. Я должна... Там где-то сердечко. Где я? А, вот оно. А, вон оно, сердечко у нас. Мы должны забрать его. Потому что противник может сделать это тоже. А у них там вон сколько сердечек разбросано. А-а-а. Сейчас я пройдусь по вашим еще всем этим. А ну, а чё? А, 100 у меня жизни! Нифига себе. Сейчас я сделаю мега-свина. Да. План по захвату мира. Мега-свином. Оп, оп, оп. Главное потом его не утопить. А, Даски, красавчик. Короче, что у него с жизнью? О, 150. Здесь нет лимита, походу. Так, нет. Мне надо туда. Туда. Давай, давай, давай. О, там боекомплект лежит. Ну давай побыстрее, не? Что у вас там за спецназ-то? Свинский спецназ.
Блин, 20 секунд, 20 секунд, 20 секунд. Уху! О-о-о! Так, надо только его спрятать. Вот здесь вот спрячем, в ямке. Нет, нет, не в ямке, вот здесь давай остановись. Нормально. Все четко. А что на них такую классную музыку врубают, а? Я тоже такую хочу. И он гранату кидает. Сейчас попадет, походу. Браво. Ага, Эл готов всегда. Так. А где я? А. Свинтус, вот он. Ладно. Будем стрелять из винтовочки. Из-под дерева. Ой, ё-моё. Не, не получится из-под дерева. Эй! Да что ж ты делаешь? Дай. Эй, стань здесь. Оп-оп-оп-оп-оп, разворот. Думаю, мне нужно нажать на эту кнопку. Говорит, думаю, мне нужно нажать на эту кнопку. Тебя тут никто думать не бросит, между прочим. Не, ну у них, конечно, забавные хрюшки. Ой. Я вот ломаю свой бункер. Моего мега-хрюка! Хочет замочить Герды. Ну все, я буду мстить. Где ты? Ушлепок. Так. Что будем делать? О! Это шикарно! Это... А, сейчас будет свежий кабанчик. Жареный немножко. А, жареный. Давай. Убегай, убегай! О-о-о! А, взлетел на воздух. Сообщите моей маме. Твою маму уже съели, извините, пожалуйста. Да. Так. Ту-ту-ту-ту. Ах ты, га, ты будешь стрелять жесткого. Жесткий тебе ответит за это. Жестко ответит. Жесткий пойдет за сердечком сейчас, походу. Эй, огонь. Так, а где? О, все, мы хромаем, короче. Трындец, все, уже в этом форму зомби принял. Ну, что будем делать? Будем, короче, жестким. Сейчас жесткий будет жестко отвечать, принимать жесткие меры. Смотрите, не будем мы ходить за сердечками. Мы жестко. Будем. Сейчас мы этим тащим этому, а потом придем сюда. Опа. Это будет громко? Нет. Все равно 20. Че, без разницы, что ли? Я в упор стрельнул. Убойная сила сильнее. Ах ты гад. Смотрите, два хромых встретились. А, здорово. О, здорово. Блин, поближе надо было ему подойти. А, жестко ностальгируем, да. Я ничего не чувствовать. Блин, я хотел, чтобы он ближе подошел, гад. Тогда бы он тоже взорвался. Тут вообще столько интересных плюшек, на самом деле, в этой игре. И вот таким обзорным видео, конечно, их не разберешься.
Но я думаю, иногда я буду в эту игру заходить все-таки. Так чисто покатать. Как в танчиках. Только на свиньях. Ого! О, не... Ёшкин кот. Эй, ёшкин. Ну, скорее геймплей, да, это. Ностальгеймплей. Ностальгейм, короче, рубрика. Вот. О-о-о-о! Крабики плавают. А, это сапоги. Базука, ё-моё! Только мне нравится, как они в этих лужах тонут. Сейчас мы... Подожди, у меня у этого есть жизнь? Да, много жизни. Сейчас мы все соберем. И... Опа! Опа! Продукты! О, доски, короче, вообще все. Продукты нашел, теперь он вообще терминатор. Что мы сделаем? Базуку давайте. Фигакнем. Только я не знаю, как ей стрелять. Ладно, что попробуем. Правильно. Давай немножко градус возьмем по... И... А, сейчас не дали... Вот, блин. Сейчас... Тьфу. Балбес. Это проигрыш. Эх, сейчас бы я его залепила хорошенечко. Шо ты ползёшь? Сдавайся. Скоро Новый год. Вам сказали, что вы до Нового года воюете. А потом не воюете. А, да, да, ретро, ретро. Я вообще люблю ретро все. А ретро это топ. А что случилось? Что, он ничего не сделал, что ли? Дошел такой до горы. Я хочу погибнуть здесь. Ладно, сейчас погибнешь, что делать, если ты хоть... Ой, господи, сейчас я чуть своего мега-хряка не утопила. Просто самое тяжелое вооружение мое чуть не ушло на дно. Это так вот шо. Какое пиво пить? Кому? Так. Трава зеленеет. Так, ну что, нам тоже надо что-то сделать тут, чтобы этого балбеса одолеть. Сейчас мы пройдемся там по этому и устрельнем, короче, в него из снайперки нафиг. Что, я тебя вижу тут? Ты там стал, по-моему, где-то на пригорок. Да? Нет? Не здесь ты стоишь? О, нет. Убери свое оружие, хряк. О, ё-моё, Дарт Вейпер нам повыигрывал арен. Победятель, победитель, победятель. Ужас какой. Человек мне арены выигрывает, а я его победятелем называю. Ужас. Прости, Дарт Вейпер. Ё-моё, я должна... А, возьми, 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 он сейчас тебя грохнет. А, как взять? Ё-моё! Штык! Ого! Да это классно! А. О, хорошо, что ты спустился, а то сейчас бы взорвался вместе. Вот так вот. А, мы выиграли. Ха-ха-ха. Уровень пройден. Бонус. Бонус выживания нет. Нет. А, нет. Потому что я одного утопила, а второго убили. Жесткие пески, видите, их убили. А доски такое. Зубастик. Ладненько. Он Дарт Вейпер. А вот так. Поехали дальше, короче. Шая Бонс.
Ладно, ты можешь сам повышать в чине кабанов из своего отряда, но выбирай их внимательно. Не, это Ник такой. Каждый кабан обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому постарайся найти, что будет лучше соответствовать твоему методу командования. Ага, поняла. Хорошо. Ты кто? Шо ты кто? Я помню, да. Чё-то надо. Погоди. Тяжелое оружие. Инженер. Шпион. Наш? Да, в первом бою. Так. А давайте он будет у нас. А вот таким будет. А, поехали, да? Или что, мы можем еще кого-то продвинуть? Можем сделать себе медика? Нет. Ай, ладно, оставайся на месте. Так, поехали, короче. Не будем затормаживаться тут. А, 2 стрима. Какие именно? Так, синий флажочек. Штаб-квартира, патруль на дорогах. Эту дорогу основную для снабжения следует защищать от наскоков злого врага. Собирайте силы и бейте всех противников на дороге. А используй мосты, не мочи ноги. Проверь оборудование. Не, я в Resident Evil 7 заходила. Хонка я так посмотрела. Я просто... Ну как, она мне не очень. Так. Что у нас тут? Итак, мы не стремимся к идеальному прохождению, мы стремимся хорошо провести время после тяжелого рабочего дня, который у меня еще не закончился, конечно. Да, чебурек. Чебурек-шпион. У меня есть еще один канал, абстрактный чебурек, потому чебурек. Вот. А так. Так, где эти засранцы? У нас там стоят все, да? Синие. Голодранцы. Сейчас мы его попробуем, давай быстрее. Эй, блин, куда ж ты их всех кучу поставила? Бэм-бэм-бэм. Стоп. Ага. Просто. А шо? Я не люблю какие-то эти понторезные названия. Чебурек и все, просто абстрактный чебурек. Хотя не понторезно ли это? Жу, руки дрожат-то. Ёшкин кот, ты шо? Как вас воевать таким... мимо. Короче, мимо. А, не мимо. Блин, я хотела, чтобы он съехал. Надо было кидать гранату. А вы шо? Надзор за этим, за количество маков, Михаил? Шо за претензии? У меня просто один телефон, с которого ведется запись видео. На нем один аккаунт, и там есть Геншин. Вот. Чебурек на другом телефоне. Так что все разумно и как надо. Так. Что с тобой-то сделать нам? Рядышком, да, давайте поставим вас рядышком, чтобы было удобнее бить братья-акробати. Так, и что ты убрал? Еще убрал? Давай. Оп. Я раздавлю тебя, как букашку. Букашку. Букашка. Таракашка. Сейчас нас развалят жестко, короче, смотрите. Он уверенно идет. Брюшко поднабил. Оп. Смотрит, что происходит. Два дебила стоят рядом. Надо мочить из базуки. Нет, он тоже дебил немножко. А, ладно.
Там была такая позиция интересная. Между ними прям чпоньк. Па-па-ра-па-па-па. Ну, Бодр это наш общий свободе канал, так что ко мне его не надо тут. Француз такой француз. Эй, да ладно. О, надо вот этого тоже здесь поставить и ожидать прилета, короче, да. Так, ладно, давай ты пойдешь у нас в разведку. Хорош, как это, как его называется, топтаться на месте. Ждать прилета атомной бомбы в одном месте. Так, заберем у них сердечки, а то у них будет преимущество по жизни. У нас преимущество по кривым рукам, им нельзя давать преимущество по жизни. Так. А, вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Уху! Сейчас мы скинем его в водичку. Думаете, получится? Как вы думаете? Я думаю, получится. Прекрасно, смотрите. Оп. Нет, подожди, надо другой угол взять. О, тут еще маскировка есть, точно. Это же шпион у меня. Так. Опачки. О, да, тут интересные штуки появились. Я хорошо смотрю с этим оружием, да? Отлично смотришься. Ай, ёшкин кот, нет. А, ну, надежда была. Что поделать? Ой, спасибо большое. Дермейл. Блин, мейл. Извини. Да. Надо к окулисту сходить, глазки подлечить. Читаться. Не получаться. Так. А, нет, нет, нет. Куда ты приперлась, блин, опять? Ё-моё, шо ты трёшься об него? Шо ты об него трёшься? Что за странные какие-то наклонности? Так. Да, я вот помню, какие-то примочки здесь были. Разные, прям интересные. Так, ну давайте этого грохнем. Ить. А вот так. А вот так. А чечи у меня есть для работы. Вот, они лежат на столе всегда. А вот. Потому что работы за нол там очень много всегда. Это картофелина для тебя. Опа. Ты, я надеюсь, это тот, который сейчас разрывной. Ты пытаешься сделать мне больно. О, разрывной. Отлично. Ботиночки, ну, оставил. Молодец, победа уже не за горами. Ну, я не знаю, не знаю. За горами, не за горами. А чё у них? У меня численное преимущество, что ли? Блин, ну вы, конечно, стреляете. Меня ж можно было сейчас грохнуть просто. Изи. Изи. Звук мне это нравится. Класс. Я вот раньше помню, когда играла, любила базуку жутко. Я играла, сколько мне лет было? Лет, блин, 12, 13. Я с мамой играла. Нам прям очень зашла эта игра. Так. С папой в гоночке катала. Так, сейчас мы, короче, вот этого... Ой, а он у меня погибает? Погибайтен? О, базука. Вот с базукой, короче, у меня... беда. Так, надо... Что делать? Вот так. Нет, это прямо. Это все под ноги, да? Проблема. О, это что такое? Дарт Вейпер, это что, дракона нам кинул, что ли, сюда? Он сейчас все здесь нафиг сожрет. Нельзя так. Шучу, спасибо большое за дракошку. Так. Что делаем? А! Что-то я... Куда я целюсь, блин? Ладно. Короче, на... воду, да? Блин. Гениально. Прекрасно. Потрясающе. Я еще что-то на них говорю. Вконтакте кидай. Забери это с собой. Ну, фотку, в смысле. А забери меня с собой. О, не убил. Хорошо. О, я знаю, вот эти мельницы. В них тоже можно заходить, да, по-моему? Нет. Что-то другое можно, есть какие-то укрытия, наверное. Что-то я попутала вообще все. Чего я сюда пришла?
А вот это... А-а-а, тут надо прыгать аккуратно. Не-не-не-не-не, про аккуратно это не мое. А шо, ребятки, соберемся, затусим тут. А ладно. Чё ты мне тут... Работай, работу свою. Здесь есть ссылка, короче, на YouTube. А в Ютубе есть ссылка на ВК. Вот такой вот квест. А в ВК и вот эта группа, которая есть в Ютубе, там есть ссылка. Там, короче, игрок 1, игрок 2, я и Володя. Вот, можно писать мне. Так, и чё я хожу тут? Я хотела занять какую-нибудь позицию. А, да. Вот, я сюда шла, собственно. Так, надо встать как-нибудь. Блин, а если я... Ладно, мы, короче, очень рискуем. У нас очень рисковый стиль игры. Безмозглый немножко, но тем интереснее. Ию. Давай. Поджопника сейчас тебе. У меня в голове поселились капиталисты. Капиталист? В голове? Блин, все, этому хрюку моему трындец. Ты что, не его будешь бить, что ли? Они мои! О, нет. Да, командир. Он тоже немножко дурашка. Так. Ну шо, ты сам поплатишься за свою, так сказать, не очень большую умность. О, аккуратно, ё-моё. Что происходит? Надо встать где-нибудь здесь. А вот так. Теперь 17, да? Попадаем вообще без проблем. Если попадаем, конечно. Оп. Почувствуй силу моего оружия. Почувствуй силу моего оружия. Какие фразы. А, да это пустяк. Это пустяк, действительно. Ага, отлично. Нормально. Всех на небеса. Он потом регенерирует из этих же сапог. Начнет расти свин. Ё-моё, ящик найдет сейчас. Бомба. Ёшкин кот. Ёшкин. Только попробуй поставить под меня бомбу. Я тебя потом что-нибудь другое воткну куда-нибудь. О, нет. Ладненько, ничего страшного. Мы развлекаемся, расслабляемся. Вообще, конечно, я помню, раньше эти миссии проходила прям... Ну, как-то раньше у меня отношение к играм было такое прям. И я все перепроходила, пока это не будет идеально. Сейчас к играм отношение уже чисто такое, как способ отдохнуть. А, вот. Что, последний остался, гад. Сейчас я тебе, знаешь, что сделаю? Я тебе говорила, что воткну что-нибудь. Сейчас тебе воткну. Гранату. Что у нас тут по... Пойдет. Оп. На пилотку настраиваемся, смотрите. Оп. Осторожно, соплеменник. Да ёшкин кот. На своем ноуте я могу стримить. PS1, PSP, Sega и прочее. А я начинала, собственно, ведение канала с этих, с игр Дэнди. Обзоры там всякое такое. Игры. Но это лучше не смотреть, конечно. Ну как, точнее, можно смотреть, но... Ну... Так. Шо? Ты так далеко? Я знаю, ты далеко. Между нами. Есть вода Ладно. Лучше не петь. Успокойся, успокойся, успокойся. Успокойся. Ты шо, валерьяночку не приняла, что ли? Успокойся. Так. Смотрите, они стоят спиной друг к другу. Драматическая сцена, у них погиб товарищ. Где он погиб? Ага.
вот да, кстати, мне интересно. Конечно, иногда я заметила, что там у тебя бывает провисание по кадрам. Ну, в смысле, оно не критично. Вот. Но бывает. Именно в записи уже. Почему-то. Когда я смотрела стрим, нормально было. Так. Видимо, это периодическая фигня, как у нас с Dead Space было. Так, что мы с ним сделаем? Давайте попробуем базучнуть, что ли. Так, стоп, это, наверное, не лучший, да, способ сейчас со своей... Ага. Чудесно, блин. Что сделать? Ладно, нет, не надо это. Убери, убери ее, блин, нафиг. Стреляй, короче, вот так. Юма, это чё? Иду на сближение. Ой, блин. Короче, все сейчас всех моих загасит. Ужас какой, простите, пожалуйста, меня, что я занимаюсь вот таким геноцидом свиней. О, не умер. Неплохо. Эта победа может стать поистине легендарной. Ага. Какая легендарная нафиг. Вы уже одного товарища потеряли. Бессовестный. Все вам. Короче, нашел способ, как это делать. А, вот. Ладненько, что, попробуем кинуть гранатку? Нет? Нет. Ой, блин. Насколько тебе? Считаю, что уже сделано. Да блин! Тупишка от Данон. Ладненько. Так, я надеюсь, у тебя больше 20 жизней. А, хорошо. И надеюсь, у тебя оружие там нет. Если ты одержишь победу, то в твою честь мы устроим настоящий парад. Ага. Короче, можно было с винтовочки загасить спокойно. Чё я, где я вообще? Ё-моё, я вообще на том берегу. Убери ее нафиг. Ладно. Кинуть гранату с этого берега. Ё-моё, ты этот, блин, спасибо большое. Вот надо было все-таки проходить обучение. Да. Такие мелочи, а все-таки игровой процесс сделают более продуктивным. Огромное спасибо за... Сейчас мы его окружим, короче. Шо? Засранец. Да вот же я так подумала, но уже пожалела. Можно было бы и первую миссию пройти, как... Ну, точнее, в первой миссии я случайно хряка утопила. Просто взяла и отправила его в плавание по реке Стикс. Да. Бедолага. Ты, гад, пойдешь добив... Он пошел назад. А ну назад. Не подходи. Вот засранец. Он сейчас развернется и будет гасить моего слабача. Готовьтесь к смерти. О, нет. Это не превзойдет на капитан. У меня есть... О, да. Это провал. Это все. Базука, блин. Эге, блин. Не, я тебя, короче, сейчас... Ты меня... Этот я за нашего брата! Вот и сюрприз. Вот так. Сообщите моей любимой. Любимой. Сообщим, конечно. Какой ты ушлепок был. Так. Шо вы радуетесь, блин? Радуются они. Столько потерь. Их уже не вернешь. Ах, бедолаги. Па-па-па-па-па. Итак,
Мы можем еще одного свина переквалифицировать. Давайте жесткого сделаем. Сделаем так. Тяжелое оружие — это вообще не моя тема. О, шпион есть. Инженер — хорошая штука. И медик — хорошая штука. Я забыла, что делает инженер. Что он там делает? Сооружения, по идее, должен какие-то строить. Конструкции технические. Так, это уже читал. Он будет медиком. Так, ну давайте начнем. За 20 минут, думаю, справимся. Па-па-бам. Белиополис. Ох, ё-моё, тут столько еще проходить. Да, 17:00 скоро. Но я сегодня, кстати, вовремя пришла. Да, что бывает, конечно, редко. Последнее время. Так, противник временно ослабил перед большим рывком, требуя... Что? Требуя от своих пересечь свободные земли и не возвращаться, пока не устроим врагу хорошенькую взбучку. Не играй с минами. Да блин, как-то не хотелось. Вчера, да, что-то я заработалась. А вот... Тройная граната. Чудесно. Все, что я люблю, короче. Так. О, какая у вас форма прям. Красивая. Так, ладно. Туда мы не пойдем, там мины у нас. А вот сюда я хочу обойти и забрать что-то интересное. А чего вы там все в кучке? Ё-моё. Встали в кучку, чтобы вас бомбу зафигачили, что ли, какую. Еще одна тройная граната. Ё-моё. Так, ладно, где они там стоят? Вон они там. Сейчас я буду... Оп. Оп. Мне бы... На возможный максимум попробуем прощупать. Что я там прощупываю? Куда я прощупываю? Ну, прощупала дорожку, молодец. Браво. Ну да, здесь надо прям этот, прям вот почувствовать это. Я тоже помню, мы сначала играли-играли, и как-то ты не понимаешь сначала, как... Ну, то есть расстояние нужно почувствовать. Получи. И ты прям начинаешь... Очень даже нравится начинает это оружие все. А сначала такой дискомфорт это доставляет какой-то. Ну, лично мне. Мне, наверное, все в играх дискомфорт доставляет. Ну нет. Не все. Ох, надеюсь, он в луже не может утонуть. Так, это что за дерево? А, нет. А, мина. Тут ее нет? Ага! Вот я к вам и пришла, гады. Все. Меня тут, знаете ли, научили кидать гранаты. Сейчас я как кину. Офигеть просто. Так, смотрите. Будем пробовать расстояние. Буду хоронить твои кости. Нет. Извините, немножко читерства подвезли. Сейчас мы... Я просто хочу почувствовать. Я не буду хоронить твои кости. А, ладно. Почувствовать, как кидать гранату в лужу. Ах, какое чувство приятное. Да ё-моё. Стоп. Я не буду хоронить. Давай, давай. Кости. Да ёшкин кот, капец. Оранжевый. Ну, сюда спасибо. Всегда пожалуйста, блин. Так, давайте быстрее разбегайтесь по разным, да, этим позициям своим. Так, это наш стоит? Да, наш. Жизни. Вижу жизни, беру жизнь. О, какая ужас, смотрите. Прямо четко текстурированная. Так, хорошо, идем.
Так, 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 как прекрасно. Опачки, опачки. Продукты нашел. Ну, все, доски счастлив. Так. О, ядовитый газ, офигеть. А это что? Зона поражения. Ёшкин кот. Ой, мы немножко тут испортили воздух. Это было, конечно, не нужно, но... Я подумала, что здесь мало деревьев. Ты что, меня заметил, что ли? Чё? Контрразведчик? Ах ты гад, гранату кидаешь. Эй, расслабься, малый. Ты хочешь, чтобы я покорил мир? О-о, ну тебе не поздоровится сейчас. Все, я иду мстить. И мстя моя, как вы понимаете, будет страшна. Оставлю после них только ботиночки. У-у-у, я еще помню, любила в каком-то уровне на минные поля их скидывать. Так. Что я делаю? Что за лесу родилась ёлочка нафиг? Тут мин нет. Тут мин нет. Ё-моё, ну ты, конечно, блин. Игрок от бога. По ногам. Ужас. Ужас. Монти. Что-то Монти задумал нехорошее. А, я думал, он хочет подорваться на минном поле. Нет, передумал. Печалька. Хорошая была бы идея. Ты что меня обхаживаешь, Монти? Я-то вижу, сейчас ты тоже кое-что увидишь. Так. Так, а ты кто у меня вообще? А. Тихо. Да. И зачем я оружие сразу достала? Что за приколы? Ой, ёма! Готовься. Гениально. Да? Так, ты медик у нас, да? Нет? Связной. Ну, давай тоже на минку, чё. Хорошая идея. Здорово, здорово. А, ну вот ты у нас медик, а чё за... Блин, только сейчас ты вылечишь, и нас с тобой зафигачат. Ну давай. О, магия. А, нет, ты можешь, да, отходить? Слава богу. Как хорошо. Ща мы тебя... Можно было бы тройную гранату, конечно, кинуть. Ничего не... Да, лечебный мацмат. Вылечим мои навыки игры. Может, поможет. Так. Точно, надо было водицы байкальской зачерпнуть. Или из лужи хотя бы, что ли, чё. Чё у тебя за желудь на башке, товарищ? О, револьвер, ну ты, конечно, продвинутый. We going now, да?
А, не, кстати, не смотрела про Ликси. Да. Вот так вот я смотрю. Опачки. Обходим. Сейчас мы закинем ему гранату. Вообще, короче, прям на 150 потраченных жизней. Здесь мы должны, гоп, жмякнуть. Я упал на поле боя, как могучий колос. Блин, 21. Ух. Да. Ёшкин кот. Работка досталась. А теперь смотрите, мы делаем отмотку во времени. Оп. И уходим нафиг отсюда. Спасем, спасем. Может быть, конечно, спасем, может нет. Уходим в тыл. В глубокий тыл. А в глубокую... вот. Хи-хи. Да, еще тот. Ну что, он не виноват же, что у него вот, так, вот такой вот полководец управляет им. Да. Так, я надеюсь, ты не пойдешь сейчас его убивать, гад. Ты куда наметился? Ага, у меня еще один на грани. Ё-моё, я уже забыла про тебя, блин. О, страшно. У меня тут еще свинья дерево. Так, а ты сколько у тебя жизни? А ну покажи. Как посмотри? 10. О, шикарно, только надо отойти отсюда нафиг. Я могла... Вот это укрытие, по-моему, укрытие. Прям надо было спрятать кого-нибудь. Блин, я сейчас его убью, и он убьет. Так, стоп. План. Перехват. Где тут подъем? Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Дуй, шевели своими копытами. Вот отсюда можно его грохнуть. И он никого не убьет, по идее. Оп. Оп, по-бырому. Оп, прямо в пятую точку. Обожаю эту войну. Опачки. Все безопасно. Вот и молодец, победа уже не за горами. Да нифига себе, не за горами, их еще 3 штуки. Сейчас еще, знаете ли, на поле боя все может перемениться. Не, в Suffering пока что Володя играть не будет. Мы потом лучше PS2 эмулятор нормально поставим и будем во всякую красоту играть. Которая для него была вышла. Чё я сказал? Которая для него была вышла? Ой, прекрасно. Так. Так, ты... Ты где там стоишь? А, вот он ты, гад, да? Сколько у тебя жизни? Покажи мне. 39, блин. У меня 18. Так, стоп. Чё тут? Как тут? Нельзя? Не? А если я прям... О, фух, слава богу, вошло. Ну, это да. Спасибо большое. Зачем ты вышел? Все, ход закончен. Сиди там. Ё-моё. Вышло. Меня нашли. Ограниченное поражение, капитан. Боля. Свет, озарил мою больную душу, нет.
твой покой гранатой не нарушу. Так, нарушу еще как нарушу. Гады, блин. Так, стоп, 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 стоп. Я вот это хочу запустить. Мне интересно очень. Интересно, как это работает. Интересно. Опа, давай. О, моя голова. Она такая ленивая. Блин. Да, что ты все? Кончился хрюк. Отлично, отправь их всех на небеса. Вот так вот. Благодаря DDR Mails я научилась кидать гранаты. Снова. Прекрасно. Я счастлив. Так. Да, именно так. Эта победа может хорошо стать получилось. Поистине легендарной. Мне понравилось. Продолжай в том же духе. Так. Так. А, ты тут у нас, короче, это, сидишь. Знаешь ли... Мне кажется, здесь тебе самое место. Можно... Блин, не, нельзя. Я же убью всех нафиг. Там они рядом стоят. Ну, давайте профукаем один ход, посмотрим, как оно дальше выйдет. Какой нам прилетит за это бумеранг. Ты чё? О, спи. Пулемётчик не дремлет, блин. Ты у меня там сколько жизней? Шо? Опа! Это была, короче, тотальная пуля. А, вот. А, нафиг у меня все. Очень, видимо, глубоко пуля прилетела. Так что на этом мы завершим. У меня сохранение осталось. На этом завершим игру. Дальше когда-нибудь продолжим. А, вот. Всем спасибо, кто мне подсказывал, кто просто смотрел. Я лично получила удовольствие, надеюсь, вы тоже немножко поностальгировали, вспомнили, посмотрели, как можно, да, вот играть вот так вот. Вот. Так что встретимся здесь же, в будущем, я надеюсь, в этой же рубрике, и поиграем еще во много-много интересных игр, старых, не очень, новых, надеюсь, когда-нибудь очень в новые будем играть. Вот для этого есть шкала настроения. Наша. Так что, в общем, всем пока, хорошего настроения, берегите себя, своих близких, котиков, собачек, в общем, все. Всего пожелала, обняла, приподняла, до свидания.